накричала. Накричала. А мне делал? Ну, нет, была очень тяжелая ситуация. Ну, то есть я всегда переживаю очень сильно. Потому что я родной человек, я переживаю очень много все равно. На самом деле, мне нужна помощь. Есть люди очень чуткие, очень чувствительные от рождения. И они остро ощущают несправедливость, неправильность какой-то ситуации и ярко на нее реагируют. 10% мужчин и 20% женщин имеют повышенный эмоциональный фон. Есть определенные часы и дни, когда Луна в вашем гороскопе входит в напряженные аспекты с другими планетами. Итак, что мы делаем? Мы составляем вашу карту рождения и записываем точки эмоционального напряжения Луны и других планет. Точки напряжения и точки гармонии. И получается, что не эмоции начинают управлять вами, а вы управляете своими эмоциями. Вы становитесь сильнее.